Йо-йо-йо, WhatsApp! Сегодня мы делаем тест, чек звуков в новом помещении с ловушками и без. Сначала без. Так. Давай вдвоем. Снимаешь? Ну, вроде да. Так, ты там. Стой. Оп. Давай, тут ложим. А, нет, сразу понесем. Оть. Уху-ху. Главное, упереться, блин. Еще 6 штук давай. Да. Уголочки для того, чтобы поставить басовые ловушки. Ну ты француз, бомбом. Мы ж 37 мерили. Да, от стены помери 74 должен быть. 74 или 37? Сенсация, сегодня узнаем. 37, конечно. А сейчас вы сможете стать свидетелями небольшого соревновательного эффекта. Человек слева и человек справа, которых еще нет в кадре, будут закручивать шурупы на скорость. И мы узнаем, кто из них сделает это быстрее, а кто ровнее. Что ты испачкал? Вот и все, посмотрите. Еще закручивает там. А, то есть ты выиграл, типа? А у нас тоже все готово. А я просто пил, блин, дольше. Вот и все, и готово. Осталось проверить. Есть еще. Такое короткое уже. Ничего, мы еще остальные стены заклеим пчелиными соточками такими из фетра. Вы пасеку здесь будете делать? Да, не будет вообще. Ну пчелы будут жужжать, ты что, не боишься? Барабан проверить. Помните, как он звучал? Короче, здесь 6, сколько, метр на полтора ловушек. Все они по мониторам отрегулированы, чтобы ловить отражение. И 3 басовые в углах. Тут потому что дверь, угла нет. Но эффект ощутим. Роман Барабан завещает нам тренироваться. И мы тренируемся. Такие чудеса инженерной мысли были проявлены сегодня отчаянными сотрудниками. Вот, посмотрите, это тот самый парень. Ну ладно, пока.